следующая пара полуфиналистов. В красной форме Пата Гвениашвили, представитель Грузии. В синей форме Садар Боев, представитель Таджикистана. На первый ковер готовятся спортсменки весовой категории до 65 килограммов. Полуфинальный поединок женщины. В красной форме Наталья Будеану, представительница Молдовы. В синей форме Яна Беганская, представительница Беларуси. На второй ковер готовится спортсмен в красной форме. Наскидашвили Георгий, Грузия. Спортсмен в синей форме. Жумабай Парасат, Казахстан.
На первом ковре победу одержал Пата Гвениашвили, представитель Грузии. И вышел в финал.